Финалисты Кубка Либертадорес выступили против переноса ответного матча в Мадрид. Ранее Южноамериканская конфедерация футбола объявила, что встреча Бока Хуниерс с Ривер Плейт пройдет 9 декабря на стадионе Реала Сантьяго Бернабеу. Руководство Боки выразило свое несогласие с этим решением и продолжает требовать дисквалификации команды соперницы. Протест против проведения матча подал и Ривер. Аргентинские клубы должны были сыграть еще в прошлую субботу, но за несколько часов до матча болельщики Ривер закидали камнями автобус Боки. Несколько игроков, в том числе капитан, пострадали.